А что это ты тут делаешь, а? Вы посмотрите, сколько она сожрала штукатурки. Сейчас бы все косяки пересмотрим. Давайте еще раз побыстрее, нет? Не хотите? Давай. Все нормально, не слушаем, играем дальше. Следующая песенка, которая не сменена. Я там не наступил, я второй припев не играл. Ничего страшного. Правильно? Оно было необычно. Да. Зато потом солитет вступил. Да. Поэтому я не стал останавливать. Ну это же, вот мы когда репетируем по факту. Оно же так и есть, там же такое. Так, а наша задача сейчас не записать какие-то хиты, а записать то, как мы сейчас звучим, просто для себя.